Бейкер-стрит. Джереми Брэд, Эдвард Хардвик. В телесериале «Записки о Шерлоке Холмсе». По мотивам рассказов сэра Артура Конан Дойля. Задолго до рождения Христа. Это был затерянный мир, а находился он в Бразилии. Родина вашей мамы, а значит, и ваша. Никогда не позволяйте себе любить кого-то слишком сильно, мистер Бейтс. Это погубит вас. Итак, ты пришла. Дэниел Месси, Силия Грегори, Кэтрин Рассел в фильме «Загадка Торского моста». Автор сценария Джереми Пол.
У вас есть дело, Холмс. Ваша способность к дедукции поистине поразительна. Это позволило вам сразу же раскрыть мою тайну, да? Дело у меня есть. После месяца застоя мелких дел колесо снова завертелось. Можно мне принять участие? Какое там участие? Но мы обсудим этот вопрос, когда вы поглотите эти два крутых яйца, которыми одарила нас новая кухарка. Степень их съедобности напрямую связана с номером семейного вестника, который я видел вчера на кухонном столе. Даже такое пустяковое дело, как варка яиц, требует внимания, что несовместимо с чтением дамского романа, напечатанного в этом чудном издании. Надеюсь, миссис Хадсон хорошо проводит выходные. Вы слышали о Нелли Гибсоне, короле приисков? Вы имеете в виду американского сенатора? Да, он избирался в сенат от какого-то западного штата, но больше известен как крупнейший в мире золотопромышленник. Да, я слышал о нем. Какое-то время он живет в Англии. Лет 5 назад он купил огромное поместье в Гэмпшире. Вы, наверное, слышали о трагической гибели его жены. Вот почему его имя показалось мне знакомым, однако подробностей я не знаю. Несмотря на всю свою сенсационность, дело кажется довольно простым. Необыкновенная личность обвиняемой мисс Грейс Данбар не умаляет улик, свидетельствующих не в ее пользу. Такова точка зрения коронерского жюри, а также полицейского дознания. Неблагодарная работа, Ватсон. Я могу обнаружить факты, но не могу их изменить. Пока не появятся какие-то новые данные, не знаю, на что может надеяться мой клиент. Ваш клиент? Ваша привычка рассказывать историю с конца довольно заразительна, Ватсон. По-моему, лучше всего вам для начала прочесть это. Уважаемый мистер Холмс, мне тяжело видеть, как самая лучшая женщина в мире идет навстречу своей гибели. Я сделаю все для ее спасения. Я не могу ничего объяснить, да и мои попытки объяснить это тщетны. Но я не сомневаюсь, что мисс Данбар невиновна. Вы знаете эти факты, да и кто их не знает. Об этом сплетничают по всей стране, но никто не пытался защитить ее. Столь чудовищная несправедливость сводит меня с ума. Эта добрейшая женщина и мухи не обидит. Может быть, есть какая-то разгадка этой темной истории? В любом случае, все, чем я располагаю, к вашим услугам. Только спасите ее. Вряд ли у вас есть время разобраться во всех подробностях, поэтому я вкратце перескажу вам все, что известно об этом деле, если вас это интересует. Нелл Гибсон, насколько мне известно, женат на бразильянке. О ней я ничего не знаю, разве что эта женщина не первой молодости. Дело осложняется тем, что воспитание их двоих детей было поручено очень обаятельной гувернантке. В истории три главных персонажа, место действия — старинное английское поместье. Теперь о самой трагедии. Она произошла на мосту, примерно в полумиле от дома. Поздно вечером труп жены обнаружил на мосту лесник. Она была в вечернем платье. Пуля, выпущенная из револьвера, пробила ей висок. Около тела не обнаружено никакого оружия и никаких следов убийства. Запомните, Ватсон, никакого оружия. Я излагаю слишком сжато, или вам ясны все обстоятельства? Да, все предельно ясно. Почему все же подозревают гувернантку? Во-первых, есть прямые доказательства. У погибшей была записка с предложением встретиться на мосту. Ничего не трогайте, мистер Бейтс. За подписью гувернантки. Мистер Гибсон послал своего управляющего за полисменом, а сам остался у тела. До приезда полиции, прибывшей после 11, по настоянию Гибсона ничего не трогали. Второе доказательство — револьвер с одним разряженным гнездом в барабане. Мисс Данбар? Калибр оружия соответствует найденной пуле. Да, теперь ясно. Он был найден в ящике ее шкафа. На дне ее платяного шкафа. На дне, доктор Ватсон. Очень веская улика. Таково мнение двух присяжных. Дело рассмотрит выездная сессия суда в Винчестере. А мотив? Мистер Гибсон — очень известная личность. Если его жена умрет, кому занять ее место, как не юной даме, которая, по всей видимости, давно уже пользовалась особым вниманием со стороны хозяина? Любовь, деньги и власть — все это зависит от уже немолодой женщины. Ужасно, Ватсон.
Плохо дело. И алиби у нее никакого. Наоборот, она призналась, что была на мосту около 9 часов. Один из слуг видел, как она спешила туда. Да, дело ясное. Пока нет, Ватсон. Пока нет. Если не ошибаюсь, наш клиент приехал раньше условленного времени. К вам джентльмен, сэр. Мистер Найл Гибсон? Нет, сэр, это мистер Бейтс. Кажется, он чем-то взволнован. Спасибо, Билли. У меня очень мало времени, мистер Бейтс. Я знаю. К вам придет мистер Гибсон. Я управляющий его имением. Мистер Холмс, он злодей, жуткий негодяй. Сильно сказано, мистер Бейтс. Я вынужден так говорить, так как у меня мало времени. Я не хотел бы здесь встретить его. Так вы управляющий. Я предупредил его об уходе. Через пару недель я избавлюсь от этого проклятого рабства. Он жуткий человек, мистер Холмс. Человек дурной во всех отношениях. Но его жена была его главной жертвой. Он был груб с ней. Да-да, сэр, груб. Не знаю, как она погибла, но поверьте мне, он превратил ее жизнь в сплошной кошмар. Она была типичная южанка, бразильянка по рождению. Вы ведь знаете? Да, насколько я понимаю. Южанка по рождению, натуре, дитя солнца и страсти. Она любила его, как могут любить только такие женщины. Мы все ей сочувствовали и ненавидели его за то, как он с ней обращался. Он хитер и умеет внушать доверие. Вот все, что я хотел вам сказать. Не судите о нем по внешнему виду. Главное, его сущность. Но я пойду. Нет, не удерживайте меня, он сейчас придет. Так. У мистера Гибсона преданные домочадцы. Предупреждение весьма кстати. Мистер Гибсон, поднимайтесь наверх, сэр. Спасибо. Это мой друг и коллега, доктор Ватсон. Позвольте сразу сказать вам, мистер Холмс, что в данном случае деньги для меня не главное. Можете даже сжечь их, если это поможет вам осветить путь к истине. Эта женщина невиновна, эта женщина должна быть оправдана, и сделать это должны вы. Назовите вашу цену. У меня твердые расценки, и я их не меняю, за исключением тех случаев, когда отказываюсь от платы. Если деньги для вас не главное, подумайте о своей репутации. Если вы распутаете это дело, все газеты Англии и Америки будут восхвалять вас, а вас будут говорить на обоих континентах. Пожалуй, в рекламе я не нуждаюсь, мистер Гибсон. Прошу вас, давайте перейдем к делу. Все факты вы знаете из газет. Не думаю, что я смогу что-либо добавить. Но если хотите, чтобы я лучше осветил некоторые моменты, я к вашим услугам. У меня всего лишь один вопрос. Какой именно? Какие отношения вас связывают с мисс Данбер? Наверное, вы имеете право, а может, это ваш долг задавать подобные вопросы, мистер Холмс? Можно сказать и так. Тогда могу заверить вас, что наши отношения – самые обычные отношения между хозяином и юной дамой, с которой он общается и видится лишь в обществе своих детей. И я довольно занятой человек, мистер Гибсон. И у меня нет ни времени, ни желания вести пустые беседы. Всего хорошего. Что вы хотите этим сказать, мистер Холмс? Вы отказываетесь от моего дела? Нет, мистер Гибсон, я отказываюсь от вас. Дело и так запутано. Не стоит осложнять его ложной информацией. Думаете, я лгу? Я пытался проявить деликатность, но если вы настаиваете на данной формулировке, я не возражаю. Не шумите, мистер Гибсон. Прошу вас. После завтрака даже незначительный спор портит настроение. Я предлагаю вам прогуляться и спокойно подумать на свежем воздухе. Это пойдет вам на пользу. Я ломал и более сильных людей, мистер Холмс. Еще ни один человек на моем пути не сумел меня сломить. Многие так говорили, однако я жив-здоров.
Да, Ватсон, ему предстоит еще многому научиться. Но как вы узнали о его отношениях с гувернанткой? Чепуха, Ватсон, блеф. Я обратил внимание на эмоциональный, неделовой тон его письма и сопоставил его с внешним обликом. Мне стало ясно, что обвиняемая вызывает у него более глубокое чувство, нежели жертва. Я обманул его, сделав вид, что абсолютно уверен в этом. Хотя это были всего лишь подозрения. Думаете, он вернется? Он обязательно вернется. Должен вернуться. Нет, 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 мой дорогой Ватсон. Боюсь, что, добавив к своему архиву дело о загадке Торского моста, вы не упрочите мою репутацию. Я ошибся в своих суждениях. Холмс, даже если сенатор не вернется, у нас есть его письмо, где он просит вас помочь мисс Данбар. Она нуждается в помощи. Мы посетим ее? В тюрьме Винчестера? Но нам нужно официальное разрешение. У нас есть средства для достижения цели. Возможно, это не совсем этично. Но практично, Ватсон, практично. Мои поздравления, Ватсон. Вы разрешили эту проблему, Ватсон? Как всегда, мелкие клерки-бюрократы подвергают сомнению письмо и прошение полиции. Потребовали персональное разрешение Гибсона. Но вы все уладили. Мне повезло, я назначил встречу ее адвокату, мистеру Каммингсу. Ему разрешено навещать ее в тюрьме. Мистер Джойс Каммингс, юноша с большими перспективами, это делает ему честь. Вас послало само провидение, мистер Холмс. Суд через два дня, а я фактически бессилен найти какие-то доказательства ее невиновности. Она признается в том, что написала записку и встречалась с хозяйкой на мосту. У нее нет выбора, но я посоветовал ей больше ничего не говорить до суда. Ну, конечно. Это мистер Шерлок Холмс и его коллега, доктор Ватсон. Ваш хозяин, мистер Гибсон, попросил меня разобраться с этим неприятным делом. Я очень благодарна мистеру Гибсону. Против меня было выдвинуто это нелепое обвинение. Я думала, все выяснится без вмешательства суда. Дорогая леди, прошу вас не строить никаких иллюзий. Мистер Каммингс подтвердит, что в настоящее время все против вас. Мистер Гибсон убежден в вашей невиновности, но притворяться, что вам не грозит большая опасность, по меньшей мере жестоко. Я все вам расскажу. Тогда расскажите о ваших истинных взаимоотношениях с женой мистера Гибсона. Какое разрешение? Как вы смеете, мистер Холмс, позволять себе такие вольности? Мистер Гибсон! А вас, мистер Каммингс, я нанял не для того, чтобы вы интриговали против меня. Эти люди находятся здесь незаконно. Я не санкционировал это посещение. Они мошенники. Я требую немедленно удалить мистер их. Холмс. Ваше вторжение, мистер Гибсон, подобно бедламу. Вы за это поплатитесь, Холмс. Выгоды вам от этого никакой. Мистер Холмс? Суперинтендант, мы уходим. Мистер Каммингс. Но ненадолго, мисс Данбар. Вы должны верить в Шерлока Холмса. Мистер Фергюсон.
В музее напротив великолепная выставка. Рекомендую вам посетить ее. Музей закрывается в 5 часов. Не думаю, что есть повод для обвинений. Скорее, это недопонимание. Копия с изделия стеклодувов Бакболта, датирована 1578 годом. Эти гугеноты, они вам случайно не родственники? Возможно. Анри де Портал и его бумажное производство в Ливерстоке. У них была монополия на производство банкнот больше, чем на 100 лет. Приятно знать, что деньги где-то у вас в семье. Добрый день, мистер Фергюсон. Мистер Нейл Гибсон желает увидеться с вами завтра утром в Торском поместье в 11 часов. Сегодняшний вечер нас больше устроит. Утро в 11 часов, мистер Холмс. Автомобиль за нами пришлют. Поезд довезет вас до станции Тор. Мистер Гибсон очень занятой человек, он любит пунктуальность. Как вы узнали, что он будет вас искать? Я рассчитывал, что мы произведем хорошее впечатление на мисс Данбар. Чтобы мы снова были востребованы. В конце концов, мы ее единственная надежда. А сейчас поищем достаточно уютную гостиницу для ночлега, чтобы прибыть в Тор в 9 утра. По-моему, он сказал 11. В 9, Ватсон, чтобы встретиться с сержантом Ковентри. Без обид, мистер Холмс. Но лучше вы, чем Скотланд-Ярд. Когда дело ведет Скотланд-Ярд, за успех никто не похвалит, а за неудачу выговор схлопочешь. А вы, я слышал, ведете честную игру. Мне не обязательно фигурировать в деле. Очень благородно с вашей стороны, сэр. А вашему другу доктору Ватсону можно доверять, я знаю. Хочу задать вам один вопрос. Я его еще никому не задавал. Не думаете, что нам придется возбудить дело против мистера Нейла Гибсона? Слуги говорят, что он вернулся в кабинет после ужина, и до 11, до того, как подняли тревогу, его никто не видел. Да, я над этим думал. Эти американцы чуть что сразу хватаются за револьвер. Да, это был его револьвер. Один из двух. Один из двух? А где второй? У этого джентльмена много огнестрельного оружия всех видов. Мы никак не можем подобрать похожий револьвер, но этот футляр сделан для двух. А вот здесь лежало тело. Как я понял из газетного сообщения, выстрел был произведен с близкого расстояния. С очень близкого. У правого виска? Как раз позади виска, сэр. Как лежало тело? На спине, сэр. Никаких следов борьбы, ни отпечатков, ни оружия. В левой руке зажата записка от мисс Данбер. Зажата? Да, сэр. Мы едва разжали ее пальцы. Это очень важно. И исключает версию, что кто-то мог положить записку после смерти, чтобы запутать следы. Боже мой, записка, насколько я помню, была совсем короткая. Совсем. Да, я буду на Торском мосту в 9 часов, Данбер. Правильно? Точно, сэр. Смысл записки не очень ясен. Что ж, сэр, простите за дерзость, но, по-моему, это единственный по-настоящему ясный момент в этом деле. Если записка подлинная, миссис Гибсон получила ее несколько раньше, за час или два до убийства. Почему же она сжимала ее в левой руке? Ведь не было необходимости ссылаться на нее при встрече. Не кажется ли это странным? Послушать вас, сэр, вроде да. Очень любопытно. Да, сэр, мы тоже обратили на это внимание. Думаю, это дело рук какого-то прохожего. Для этого потребовалось усилие. Это был сильный удар. Он нанесен не сверху, а снизу. Видите, Ватсон, на нижнем краю парапета? Да, как раз напротив места, где лежал труп. Возможно, это к делу не относится. Отпечатков ног не было? Земля тверда, как камень, сэр. На ней не было никаких следов. Делать нам здесь больше нечего. Вы рано, мистер Холмс. Все дело в пунктуальности, мистер Фергюсон. У мистера Гибсона встреча. Он пока не может принять вас.
Я займу их, Фергюсон. Рад видеть вас, господа. Время у нас еще есть. Нельзя ли посмотреть оружие? У этого человека много врагов. Да, если учесть его характер и методы. Когда он спит рядом с кроватью, в ящике лежит заряженный револьвер. Он жестокий человек, сэр. Он когда-нибудь поднимал руку на свою жену? Да, и не раз. Наш король приисков не блещет так там в личной жизни. Холмс, в этом футляре хранилось оружие убийства. Один у полиции, второй куда-то исчез. Мистер Фергюсон наверняка знает о вашем сотрудничестве с нами. На вас это никак не отразится. А что он может сделать мне? Обидеть? Будьте так добры, покажите нам классную комнату. А где дети? Их отослали погостить в Америку. Повсюду изображения, связанные с культурой Бразилии, родины их матери. Мисс Данбар, вне всякого сомнения, выдающийся педагог. Дети обожали ее. Обратите внимание, Ватсон, на горы Рикардо Франко. Их не коснулось ни время, ни нога человека. Не там ли скрыты все тайны человечества? А это Мартинес, охотник на индейцев. Его жертвами были и женщины, и дети. Ужасно. Ужасно. Мария Гибсон ревновала к мисс Данбар и влиянию, которое она оказывала на детей. Особой любви между ними не было, но это объясняется еще и тем, что ее муж тоже попал под влияние юной леди. Вон отсюда, Бейтс! Мнение мистера Бейтса не совсем адекватно, мистер Холмс. Он был тайно увлечен моей покойной женой. Кто знает, мистер Гибсон, как определить степень адекватности? Вы похожи на врача, который определяет все симптомы, прежде чем поставить диагноз. А пациент скрывает симптомы своей болезни, стремясь обмануть врача, который хочет ему помочь. Уверяю вас, мои отношения с мисс Данбар не относятся к данному делу. А это уже мне решать. У большинства людей есть что-то сокровенное в душе, что они торопятся открыть незнакомым людям. А вы хотели узнать сокровенное. Что вы хотите услышать? Правду. Я познакомился с женой, когда искал золото в Бразилии. Она была дочерью высокопоставленного лица в Манаусе. Даже теперь, когда я оцениваю все критически, я понимаю, что она отличалась страстной, неуравновешенной натурой. Она не была похожа на моих знакомых американок. И только когда прошла любовь, я понял, что между нами не было ничего общего. Я разлюбил ее. Но вы же знаете женщин. Как я ни старался, я не мог ее оттолкнуть. Я был груб с нею, даже жесток, потому что знал, стоит мне убить в ней любовь или обратить ее в ненависть, как нам обоим станет легче. Но она оставалась прежней. Она обожала меня здесь, в Англии, как и 20 лет назад, на берегах Амазонки. Затем появилась мисс Данбар. Она очень красивая женщина. Признаюсь, живя с ней под одной крышей, ежедневно с ней общаясь, я не мог не испытывать к ней пылких чувств. Вы осуждаете меня за это, мистер Холмс? Я не осуждаю вас за чувства, но осуждаю за то, что вы признались ей, ведь она от вас зависела. Возможно, вы правы. Я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле. Всю свою жизнь я брал то, что хотел. Но никогда в жизни я так не жаждал любви женщины, как теперь. Я признался ей в этом. Признались? Я сказал, что женился бы на ней, но это было не в моей власти. Деньги не главное. Я сделаю все, чтобы она была счастлива и обеспечена. Как вы благородны.
Мистер Холмс, я пришел к вам давать показания, а не выслушивать нравоучения. Я не нуждаюсь в вашей критике. Только ради девушки я готов взяться за это дело. То, в чем ее обвиняют, возможно, не страшнее того, что вы себе позволяете. Вы пытались обесчестить беззащитную девушку, которая жила в вашем доме. Вам, богачам, не грех бы запомнить, что не все в этой жизни продается и покупается. Теперь я это понимаю. Слава богу, мой план не сработал. Она бы ни за что на это не пошла. Она хотела немедленно уехать. Почему не уехала? На ее попечении были родные. Она не могла их подвести. Когда я поклялся, что не буду больше к ней приставать, она согласилась остаться. Но была еще одна причина. Она знала, что имеет на меня влияние большее, чем кто бы то ни было. Она хотела использовать его во благо. Вы жестоки. Уничтожаете хороших людей, которые не могут противостоять вам. Разве вы не видите, что не все обладают такой силой, как вы? Вы зовете это честной борьбой, но это же нечестно. Она смотрела на все иначе. Она считала высшей несправедливостью, если один человек имеет больше, чем нужно, а 10 тысяч разорены и оставлены без средств к существованию. Вы окружаете своих детей такой нежностью и любовью. Попробуйте так же относиться и к другим. Она поняла, что я прислушиваюсь к ее словам. И она осталась. А потом произошло это. Мистер Гибсон, проясните нам эту историю. На ум мне приходит лишь одно объяснение, мистер Холмс, хотя оно кажется абсурдным. Безусловно, моя жена была жутко ревнива. Может быть, она хотела убить мисс Данбер или, пригрозив ей оружием, заставить ее покинуть наш дом. Возможно, произошла стычка. Револьвер выстрелил, и женщина, державшая его в руках, погибла. Да, не исключено. Это альтернатива версии о предумышленном убийстве. Но она отрицает эту версию. Что может ее опровергнуть? Сама миссис Данбер. До суда остался один день. Вы должны разрешить мне еще раз посетить мисс Данбер. Если вы способны проявить все свои недюжинные способности, проявите их в этом деле, Холмс. Не могу вам обещать, что мои выводы полностью удовлетворят вас. Пошли, Ватсон. Необходимо задать девушке несколько важных вопросов. Признаюсь, дело показалось бы мне безнадежным для нее, если бы не одна вещь. Какая же? Револьвер, обнаруженный в ее шкафу. Но это же самая веская улика против нее. Не совсем, Ватсон. Для меня это довод в ее пользу. Во всем следует искать логику. Где ее не достает, там должен быть какой-то подвох. Поехали, Холмс. Мисс Данбер ждет нас. Ватсон, представьте себя на месте мисс Данбер, хладнокровно пытающийся избавиться от соперницы. Что бы вы предприняли? Каковы ваши действия? Я бы написал записку. Жертва явилась. Я бы заранее запасся оружием. Преступление совершено. Все продумано и учтено. А как же оружие? Да, конечно. Вот именно. В озере оно будет похоронено навеки. Вряд ли друзья назовут вас великим стратегом, Ватсон. Все же я не могу представить, что вы вернетесь домой, положите револьвер в свой шкаф, где его будут искать в первую очередь. Вы сказали, что его подложили к ней в шкаф, но кто? Тот, кто хотел обвинить ее в преступлении. Здравствуйте, Каммингс. Мисс Данбер, мы имели довольно продолжительную беседу с мистером Гибсоном, и он рассказал нам о ваших взаимоотношениях и о том, что вы не причастны к этому делу. Не стоит об этом говорить больше. Но мы должны знать о том, как вы относились к миссис Гибсон. Прошу вас. Я не желала ничего дурного, миссис Гибсон. Но она любила своего мужа так пылко и безрассудно, что не могла понять его духовную и моральную привязанность ко мне. Она не могла осознать, что лишь желание,
направить эту энергию на благие дела, удерживала меня в их доме. Теперь я понимаю, что совершила ошибку. Ничто не может оправдать мое пребывание там, если это стало причиной такой трагедии. Моя клиентка не желает говорить об этом, но ей удалось убедить мистера Гибсона профинансировать благотворительную миссию по расселению племен, в частности, индейцев Бороро, ставших жертвами беспринципных золотоискателей. И миссия удалась. Мы видели картины в классной комнате. Как и многие воины-индейцы, мистер Гибсон порой вводит людей в заблуждение. Мисс Данбар, расскажите нам, что же произошло в тот вечер? Утром я получила записку от миссис Гибсон. Она предлагала мне встретиться на мосту после ужина. А записку вы сохранили? Нет, она попросила меня уничтожить ее, а ответ мне надлежало спрятать под солнечными часами в саду. Я не видела смысла в подобной конспирации, но она очень боялась своего мужа, который был груб с ней, за что я неоднократно его упрекала. Могу лишь предположить, что она не хотела, чтобы он знал о нашей встрече. Однако ваш ответ она бережно сохранила. Да, я удивилась, когда узнала, что, умирая, она зажала записку в руке. Что случилось потом? Она ждала меня. Итак, ты пришла. До сих пор я не представляла, как она меня ненавидит. Ты украла моего мужа. Хочешь лишить меня детей? Ты, жалкая шлюха! Она словно обезумела. Думаю, она действительно была сумасшедшая, но коварная и хитрая. Безумцы порой способны на подобное. Ты жестока, у тебя нет сердца. Ты не умеешь любить, не можешь испытать страсть. Как же бедняжка могла спокойно видеться со мной каждый день? Она стояла на мосту и выкрикивала проклятие в мой адрес. Английская шлюха! У тебя ничего не получится! Ты не отнимешь у меня мужа! Ты за все заплатишь! Если предположить, что она погибла сразу же после вашего ухода, выстрел вы не слышали. Нет, я ничего не слышала. Я была так возбуждена и так напугана ее вспышкой гнева, что поторопилась укрыться в своей комнате. Я была не в состоянии что-либо замечать. Я ничего не слышала. В вашей комнате? А до утра вы выходили из нее? Да. Когда бедняжку принесли в дом. Вам не показалось, что мистер Гибсон взволнован? Он очень волевой и сдержанный человек. Он никогда открыто не выражает своих чувств. Но вы знали его достаточно хорошо. Да. Я заметила, что он был очень взволнован. Итак, перейдем к очень важному моменту. Револьвер, найденный в вашей комнате. Вы видели его раньше? Никогда, клянусь. Когда его нашли? На следующее утро, когда полиция обыскивала помещение. Среди вашей одежды? Да, на дне моего шкафа, в одном из ящиков. Не знаете, сколько он там пролежал? Накануне утром его там не было, потому что я наводила порядок в шкафу. Значит, кто-то вошел в вашу комнату и оставил там револьвер с целью обвинить вас в убийстве. Возможно, так оно и есть. Когда? Это могло быть во время еды или когда я занималась с детьми в классной комнате. Именно тогда вы обнаружили записку? Да, именно тогда все и началось. Спасибо, мисс Данбар. Может быть, есть еще факты, которые помогли бы мне в ходе расследования? Нет, больше ничего. Холмс, можно вас на минутку? Извините, мисс Данбар. Я хочу убедить вас в целесообразности версии, по которой мистер Гибсон – убийца своей жены. Перед нами человек, кто по собственному признанию уничтожает всех, кто стоит на его пути. Но его жена как раз мешала ему, а мисс Данбар отвергла. Как хорошо убить одну, свалив свою вину на другую. Одним выстрелом сразу двух зайцев.
Вы сомневаетесь в правдивости признания Гибсона? Помните, Бейтс сказал, что он очень коварен и крут. Своим признанием он хотел сбить нас со следа. Представьте себе следующее. Каким-то образом он узнал, что его жена условилась о встрече. В течение дня он вынул из футляра два пистолета. Один он прячет в ящике шкафа, предварительно избавившись от патрона. Он мог спокойно пострелять в лесу, где его никто бы не услышал. Весь вечер он был один. Он видел, что мисс Данбер вернулась, и воспользовался возможностью. Совершил преступление, а орудие убийства бросил в озеро. Холмс. Холмс. Ватсон, какой же я тугодум. Мне не хватало быстроты реакции в сочетании воображения и ощущения реальности, что является основой моего ремесла. Признаюсь, вы меня посрамили. Мистер Каммингс, я напишу вам. Да поможет нам Бог правосудия. При поддержке моего друга Ватсона я раскрою преступление, которое прогремит на всю Англию. Поверьте, мисс Данбер, тучи рассеются, а справедливость восторжествует. Уверяю вас. Пошли, Ватсон. А теперь нам понадобится наш славный друг сержант Ковентри. Моток прочной бечевки и багор. Багор? Ватсон, я припоминаю, что, отправляясь сюда, вы прихватили с собой оружие. Я сделал это ради вас, так как вы мало заботитесь о своей безопасности. Мой револьвер не раз выручал нас из беды. Да, в таких делах я довольно рассеян. Револьвер у вас при себе? Да. Тяжелая штука. Очень тяжелая. Солидная вещь. А знаете, я думаю, что эта вещь окажется в весьма тесной связи с тайной, которую мы пытаемся раскрыть. Будьте добры. Мистер Гибсон, сегодня вечером вы будете дома? У меня для вас новости. Целый день в вашем распоряжении, мистер Холмс. Вы заметили, что я потерял след, Ватсон? У меня нюх на подобные вещи, и все же он меня подвел. А теперь попробуем. Мы точно знаем, где лежало тело. Ваша версия о короле золотых приисков психологически блестящая, но, увы, не соответствует истине. Представьте, каким незаурядным характером должна обладать женщина, решившая хладнокровно, рассчитав все до мелочей, расправиться со своей соперницей. Разумеется, я имею в виду миссис Марию Гибсон. Ваша дедукция относительно истинного виновника преступления подвела вас. Это был не Гибсон, а его жена. Это она взяла оружие из оружейной. Сделала один лишь выстрел в лесу. Она же спрятала револьвер в шкафу мисс Данбер. Хладнокровная. Продуманное до мелочей преступление. Это конец. Что может быть лучшим доказательством? Мой револьвер, Холмс.
Мстительная женщина. Очень темпераментная, страстная, неуравновешенная. Организовала собственное убийство, подстроив все таким образом, чтобы виновником признали невинную жертву. Вы помогли замечательной женщине, Холмс, и грозному мужчине. И вполне вероятно, что в будущем они объединят свои усилия. Что я им от души желаю. Как вы великодушны, Ватсон.